Привет, товарищ! Приветствую вас, родной истории! С Паскутовым и Родриговичем! Сегодня мы расскажем вам историю об Анастасии! Родилась Романова тогда в Санкт-Петербурге. Анастасия, царевна Николая II. Про сестер не забывая, Марию, Ольгу и Татьяну. Это вам всем не принцесски, они великие княгини! Свипзик, озорной! Анастасия Николаевна! Кинула Сестру прямо, она камня. Прямо башню. Жульничает она в картах, коль надо ей ворует пиво. Держитесь, коль вас ударит, на ее высочество не пыщьте! А тем временем народ был в ярости и голодал. Распутин, монах был очень распутен. Пришел к ним он как советник с императрицей, он столкнулся. Тех девиц в ночных рубашках бывало как-то навещал он. Кое-где он их всех лапал, но царю было не по нраву. Не трогай моих дочек! Дочки, хватит! Пересекся с ним мы знати, приговор себе подписал он! Его травят. Не устреляют. Реки утопили, наконец-то. Россия мама. С нее хватит. Революция! Семья Валим. Попросила ночью фотку сделать, это семья. Вы фотографы пошутили, настало время вашей казни. Я, говори точно, царская семья в порядке? Да, все отлично. Неизвестно, избежала ли Анастасия пули, но мы точно знаем, что не надо иметь дело, если человек Распутин. Анастасия. Переводчик и исполнитель Артем Петровский с канала Кренский Над. Gracias especiales a Pascu y Rodri. Muchas gracias, chicos, han hecho contenido sobre nosotros más de una vez. Gracias desde Rusia con amor.